Технологии виртуальной реальности называют будущим информационной эпохи. Уже сегодня это нечто большее, чем просто развлечение. Ant Financial, финансовое подразделение интернет-гиганта Alibaba, ранее известное как Alipay, разработало первое мобильное платежное приложение для виртуального мира. Виртуальный платеж или VRPay планируется вывести на рынок до конца года. Готов ли к такой виртуальности реальный мир? Об этом следующий сюжет. С очками или шлемом виртуальной реальности можно перемерить десятки новых платьев без утомительного похода по магазинам. Купить их прямо в виртуальной примерочной теперь тоже не проблема, если в вашем смартфоне установлено приложение VRPay. Возможностей для виртуальных покупок становится все больше. Это применимо к магазинам, играм, информационному вещанию. Зачастую виртуальные приложения включают встроенную возможность покупок. VRPay — это удобное решение для тех, кто хочет купить что-либо, не выходя из режима виртуальной реальности. Текущая версия виртуального платежа сконцентрирована вокруг смартфонов и приложений к ним. Задача VRPay – усилить ощущения от виртуальной реальности, чтобы пользователи могли не прерывать интересной игры или просмотра любимого шоу. С развитием индустрии такие компании, как Ant Financial, распространяют технологию за пределы сферы развлечений. Технологии виртуальной реальности продолжат фокусироваться на развлечениях, как, например, в компьютерных играх с обзором в 360 градусов. Но индустрия распространяется и на другие области. Виртуальная реальность может быть использована для шопинга и даже в сфере недвижимости. По словам Джао, чтобы приложения виртуальной реальности стали массовыми, потребуется время. Ant Financial признает, что сейчас функциональность VRPay ограничена. Чтобы реализовать весь потенциал, необходимо обновление и программного обеспечения, и оборудования. Это потребует больше денег. Новейшая PlayStation с виртуальной реальностью стоит в 10 раз больше, чем специальные очки для смартфона. Очки или шлем виртуальной реальности для компьютера могут обеспечить полный эффект погружения, но их цена приближается к 2000 долларов. Вдобавок потребуется мощный компьютер, а это еще столько же. Это уже реальные деньги, не виртуальные. Василиса Лукашевич, CCTV.